плане мы понимаем, что ваши защитные силы, они дали где-то сбой. И вот это очень серьезный вопрос. Дмитрий Николаевич, вот это еще один макет потрясающий. Нервные клетки, наши, да, нервные клетки. Это, собственно, тело нервной клетки. Здесь отростки, с помощью которых они соединяются между собой. Так вот, смотрите, вот видите, вот это вот чудесная такая, на первый взгляд, такая структура, это и есть дремлющий, спрятавшийся внутрь буквально клетки вирус гепатита. Что делать? Что делать каждому из вас для того, чтобы не стать слабоумным? Когда надо бороться с герпесом на губе? Это серьезнейший вопрос. Если вы начали с ним бороться, когда он уже появился на губе, считайте, что вы опоздали. Вы точно начали свой путь к слабоумию. Вот как правильно задушить этот вирус, расскажем ровно через минуту. Не переключайтесь. Выжить из ума. Чем опасен герпес? Активный вирус герпеса может повредить этот гематоэнцефалический барьер и начать процесс развития болезни от вирусов через слабоумие. Агрессивная среда. Чего ждать от этого дня недели? Знаете, для выживания в этом мире требуют 4 объятия. Так вот, в среду количество объятий надо явно повысить. Здорово жить! Это вторжение идет уже миллионы лет. Последние несколько столетий основным объектом нападения стал человек. А что это? Ну, усталость, кто-то тренинг, а если ничего не работает, способности, у всех поболевает голова, и человек думает, может, я устал, а может, простудился. Тайна. Вот что сопровождало этот вирус с самого момента его появления. Организм не воспринимает вирус как нечто инородное. Редко даже не подает сигнал тревоги. От чего он умирает? И что рождает его заново? Вопрос в том, чтобы найти препарат, и лобрысь. Вторжение. Привет.